Я нет. Ну вы потрясающе. Скажите, у вас много здесь фанаток? Все хлопали, аплодировали. Не знаю, наверное, нет. Нет, почему? У вас большая фан-база. Но это не то место, как бы, где наши фанаты будут, мне кажется. А расскажите тем, кто видит вас впервые, в каком жанре вы выступаете? Мы делаем хэви-метал, на самом деле. Кто говорит, что это не хэви-метал, сосите хуй, во-первых. Во-вторых, да. Мы топ-1 хип-хоп-артисты в России прямо сейчас. Прямо вот в эту секунду. Кстати, мы самые стильные. Хорошо, а зачитаете что-нибудь? Вот в этом и проявится крутость. Ну нет. А что, только под фейстюнчик? Или как там он называется? Автотюнчик. Это мы под фейстюнчик, да, коллеги-блогеры с главной сцены? Так что? А ты приходи на концерт наш в августе. Да? Ну мы все, наверное, придем. Друзья, придем на концерт к ребятам в августе? Ну все, я приду. Красивые, стильные, мрачные. Все как надо. Знаете, не обязательно иногда что-то рассказывать и говорить о себе. Инкогнито и секреты — это иногда гораздо интереснее. Ну что, проходите тогда на пресс-вол, делайте фотографии, два вампирчика. Ну по росту мне подходит. Угомонись. В смысле? Ты моя. Тебе не похуй!